Посмотрите, какая идет огромная толпа. Примерно 5070, если не больше. Мы сейчас прошли мимо памятника Шестерского на Груше и выходим на Крещатик. Полиция просто останавливает движение, машины разлетаются в разные стороны, потому что на час все будет закрыто. Чтобы вы понимали, хвост этой толпы, я сейчас нахожусь на Европейской площади, хвост толпы где-то сейчас возле Верховной Рады. Это просто нечто гигантское. Привет Гетьманцеву! Привет слугам народа, которые вывели этот пласт людей, за счет которых существует вся наша страна, на улицу. Привет вам всем, зеленые!